По благословению митрополита Минского и Заславского Павла в столице Беларуси, Минске, выступит сербская этногруппа «Трак» с программой «Сердце Сербии». Группа уникальна своим самобытным исполнением балканской народной музыки. Секрет успеха коллектива в том, что участников этногруппы «Трак» объединяет любовь к народному творчеству и желание сберечь народную музыку от забвения. Подробности в материале наших белорусских корреспондентов. Самобытное пение. Традиционные балканские песни услышат в Минске 24 октября. На сцене Белорусской государственной филармонии выступит этногруппа «Трак», что в переводе означает «след». Группа была основана в 2003 году. В ее составе 10 человек. Участники этногруппы «Трак» и ее художественный руководитель Валентина Милекич своей главной целью считают популяризацию балканской народной музыки путем создания оригинальных аранжировок. Группа собирает этно- и народную духовную музыку Сербии и Балкан. Удивительным образом эта музыка сохранила христианские традиции, которые живут и поныне. Эти традиции эта группа передает современному поколению. Песни, которые входят в репертуар группы, включающие народные песни Республики Сербской, Сербии, Черногории, Македонии, Болгарии, а также цыганские и русские песни, являются частью народной фольклорной культуры. На протяжении многих веков они передавались из поколения в поколение. Этногруппа «Трак» искусно дополняет известные каждому на Балканах песни своими чувствами с легким привкусом современности, оживляя и сохраняя их для будущих поколений. В мае 2008 года группа записала свой первый альбом под названием «Звуки Балкан». В сентябре 2010 увидел свет долгожданный клип на другую, не менее любимую песню «Месяц» с первого альбома коллектива. Сплав в этой группе духовного составляющего музыкальных традиций является собой сербские традиции. Сербские традиции основаны на христианской любви к ближнему. Музыка сербов неотделима от духовного, это слышится в их песнях. Когда я спросил у паломников, в чем различие поездки в Иерусалим и в Сербию, он сказал, что в Иерусалиме вы посетите святыни, великие святыни, а из Сербии вы привезете любовь. Именно любовь христианской традиции и воспевается этими музыкантами. Можно смело сказать, что выступление этногруппы «Трак» станет одним из самых ярких и запоминающихся музыкальных событий. Билеты на концерт можно приобрести в кассах Белгосфилармонии, а также у организаторов концерта. Информационный портал «Собор.бай» для православного телеканала «Союз».